На сегодняшний день, знаешь, поступило нам с области 20 единиц техники. Это 8 единиц самосвала для вывоза снега в городской черте. Далее 5 единиц бобкетов. Это для очистки остановочных павильонов и тротуаров. 2 единицы КДМ для зимней уборки и снега, значит, плужно-щеточным методом и посыпка ПСС. А летом они как струйники для заделки ям дорожной полотни. Вот. И самое главное, это большой ротор, который у нас в городе не было. Мощный большой ротор для очистки пригородной зоны, где задувает снег. И ждем еще одну единицу, это пылесос на тротуарах.